Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон диаметром 30 сантиметров. Это аккордовый глюкофон, тритон, порядковый номер 942, настроен тональность, пентатоника си минор, строим 432 Гц. Давайте послушаем, как он звучит. Для прослушивания рекомендую использовать наушники, либо хорошую акустику. Инструмент имеет такой богатый спектр обертонов, длительный сустейн, длительное звучание. Благодаря тройным лепесткам он звучит намного ярче, звук его богаче и интереснее по сравнению с одинарными лепестками. Давайте послушаем, как он звучит руками. Этим можно заниматься бесконечно, прям затягивает, куда-то уносит. Такой инструмент, он более расположен к каким-то таким расслабляющим практикам, к медитациям, просто к импровизациям. Инструмент подойдет любому человеку, даже тому, кто никогда не занимался музыкой, не знает ничего в нотах. Здесь все интуитивно, здесь все в нем заложено уже, гармония, и вы просто не сможете на нем как-то сфальшивить. Поэтому здесь как идет у вас поток, как вы чувствуете, так и играете. Здесь нет каких-то определенных правил, куда, что, зачем должно следовать. Здесь любая комбинация ударов, она у вас будет звучать красиво. Поэтому абсолютно любому человеку подойдет. Даже, ну и профессионалам тоже, кто уже занимается музыкой, может расширить музыкальные возможности человека. Можно просто взять вот палочки и... по кругу играть. И будет красивая мелодия. Ну, тут неважно. Все это индивидуально, все это как вы чувствуете, так и играете. В этом и прелесть этого инструмента, что он подходит абсолютно всем и сразу.
палочками, сразу у всех получится играть руками. Нужно немножко потренироваться, отработать удар. Ну, палочками сразу получится. Здесь идет гравировка солнышка такого вот. Цвета синий, фиолетово-бордовый. Все это закручено в галактику. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Ножки прошиты сквозь корпус прочной нитью. То есть это такой надежный вариант. Они уже не отклеются. Здесь нет никакого клея. Все надежно зафиксировано. Ножки для того, чтобы инструмент мог звучать на твердых поверхностях. И для того, чтобы лаковое покрытие не поцарапалось, когда вы куда-то ставите. Можно поставить его туда-сюда, куда-нибудь двигать по полу там, или по столу. И ничего с ним не будет. К инструменту дополнительно можно заказать чехол-сумку. Чехол-сумка представляет из себя вот такой вот вариант. Здесь идет уплотнительная ткань, сантиметр толщиной, где-то даже больше, чем сантиметр. Дно также из нее сделано, ну и крышка тоже из нее. Здесь идет кармашек, куда можно сложить палочки, ну или еще что-то сложить. Вот. Ручки, лямки, которые можем через плечо вешаться. Ручка застегивается здесь. Лямка отстегивается. Можно лямку убрать и положить в кармашек. Инструмент сюда входит и закрывается таким вот образом. Все это надежно защищено уплотнительной тканью от каких-то мелких падений, спасет от каких-то мелких осадков. Ну и, конечно, он никогда не запылится в таком чехле. И также удобно с собой носить. Вам не нужно ничего придумывать, какие-то пакеты искать, еще что-нибудь. Все это уже предусмотрено. Ну, если кому-то сумка идет, она получается дополнительно, в стоимость не входит, но можно дополнительно приобрести. Если кому-то нужно именно сумкой, можно сумкой заказать. Если хочется сэкономить, можно без сумки. Так что тут такой вариант, кому как больше нравится. На сайте можно посмотреть различные другие варианты инструментов. Есть маленькие, есть с двойными лепесточками, есть с тройными, есть побольше инструмента еще. То есть там много всяких моделей, там есть разные тональности, можно повыбирать. Есть специальный раздел по тональностям, где можно зайти и прям послушать и выбрать то, что вам больше нравится. Можно заказать любую гравировочку свою сюда, на заказ какой-то рисуночек, допустим, у вас есть, либо надпись. Все это обсуждается, все это делается, все инструменты делаю лично я. Так что по всем вопросам обращайтесь и отвечу. Можно прямо здесь в комментарии писать, либо в описании будут мои контакты, куда можно позвонить, написать. Также там сайт и группа ВК. Кому где удобней, там можно смотреть. Пожалуй, все рассказал. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.